большим реформам Павел Хлебников прошелся вдоль и поперек. Терпеливо наблюдая за ними не один год, анализируя, где-то в душе страдая, он сделал категорический вывод о том, что все они ведут к катастрофе. Его слова тогда прозвучали как гром среди ясного неба. Никогда в Америке не было такого, чтобы бандиты или крупномасштабные мошенники взяли бы власть над государством. Понимаете, и взяли бы в свои руки все основные части экономики. Этого вообще не было в развитом мире. Так что это одна из самых странных вещей России в 90-е годы, это что это без прецедентов. Я думаю, в будущем люди будут смотреть на эту эру и говорить, да, это действительно, это было... Они будут сравнять с другими катастрофами в других странах и говорят, ну, это почти так же плохо, как было в России в 90-е годы.